Смертельно опасный фастфуд. Скандал в одном из нижегородских заведений. Ребята, вот мы зашли поесть в Макдональдс. На нас везде попалась вот такая вот иголка. Это в натуре, это же иголка. Так вот зайдешь поесть и не уйдешь отсюда. Вы печете сами? Нет, это нам поставщик присылает. Вот это что так? Зашибись. Вот если это упадет в кишку, это же смерть моментальная, ребят. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.